4 июля 1917 года состоялись два крупных митинга сторонников и противников активных военных действий. Первый из них был проведен военной лигой. На нем звучали требования войны до победного конца. В тот же день 10 тысяч крестьян, отозванных из армии для проведения полевых работ, вышли на манифестацию против приказа Керенского об отмене военных отпусков. Просили засеять хлеба побольше, так дайте же его убрать. Такие лозунги были написаны на плакатах митингующих. Беспорядки возникали не только среди крестьян, но и среди рабочих. В Москве забастовку объявили 8 тысяч пролетариев биржевых артелей. В Нижнем Новгороде 20 тысяч трудящихся сормовских заводов. Для давления на правительство и решения рабочего вопроса 4 июля была создана Всероссийская конференция профсоюзов. Движение пролетариев так напугало националистов, что в их печатном издании «Маленькой газете» появилось требование арестовать лидера большевиков Владимира Ленина. В тот же день Всероссийский съезд Советов принял резолюцию о том, как вывести Россию из хаоса. В ней говорилось, что ни старое, ни новое правительство не сделали ничего для решения главных проблем страны. Поэтому Советы должны создавать центральные и местные органы власти и с их помощью устанавливать нормированные цены и преодолевать сопротивление промышленников. До Октябрьской революции оставалось 126 дней.